Здравствуйте. Я сценарист программы «Лифт». Мы пытаемся сделать интерактивное кино, и поэтому я расскажу вам о форме интерактивного сюжета. В данном случае это будет фильм, в котором двое героев встречаются в лифте и застревают в нем. В конце каждой передачи мы будем предлагать вам три варианта развития сюжета. Например, комедийный. Параллельно ему развитие сюжета мелодраматического. И третий в жанре триллера. Здравствуйте, я режиссер. Почему режиссер всегда остается за кадром? Наверное, потому же, что и композитор, и писатель остаются на обложке и не стремятся попасть на страницы произведения. Тем более, что наше кино будете сочинять вы, дорогие друзья. Здравствуйте. Вас приветствует программа «Лифт». Свое сообщение вы можете оставить после сигнала. Спасибо. Моя задача — только удержать актеров, чтобы они не разбежались во время съемок, и заставить их делать то, о чем попросите вы. Представьте себе самый обыкновенный лифт. Приближается Новый год. Даже так, до Нового года остается 5 минут. Молодой человек с елкой и сумкой едет на лифте вверх. Лифт неожиданно останавливается. Входит девушка тоже с сумкой, но уже без елки. Она торопится вниз. Между ними происходит такой разговор. Он: «Вам куда?» Она: «Вниз». Он: «Ничего не выйдет». Она: «Почему?» Он: «Потому что мне вверх». Она: «Вы только не волнуйтесь, вверх так вверх», нажимает кнопку «Вниз». Он: «Что вы сделали?» Она: «Извините, но я очень тороплюсь, меня ждет человек». Он: «Меня тоже ждет человек, причем девушка, так что позвольте», нажимает кнопку «Вверх». Лифт застревает. Она: «Она вас не дождется». Он вас тоже. Что будет дальше, все зависит от вашего воображения. Вы можете подраться или дружно встретить Новый год, достать из сумки бутылку шампанского, или нож, топор, или что-то другое. И, соответственно, тем самым задать жанр нашего фильма. Будет ли это триллер, комедия или мелодрама? Почему все-таки лифт? Потому что Элен, ребята, и первые поцелуи уже есть, а программы «Лифт» еще ни у кого нет. Наш лифт будет самый обыкновенный, какой есть почти в каждом доме. Он может двигаться вверх или вниз, останавливаться на любом этаже, и еще он может застрять. И тогда рушатся все планы, надежды, и может даже измениться жизнь. Маленьких детей пугают лифтом, а большие дети рисуют на стенах кабины разные надписи, из которых другие ребята узнают про себя что-то новое. Лифт — это целый мир, управляемый таинственным лифтером. Назовем лифтера режиссером, пассажиров — актерами, а встречу двух, трех и даже четырех героев в лифте — сценой. И у нас получится эпизод. Снимая эпизод за эпизодом, из передачи в передачу, мы можем снять настоящий фильм. И самое главное, наше кино будет интерактивным. То есть вы можете придумать сценарий каждого эпизода, и тогда наши актеры будут действовать по вашей фантазии. Но вы можете стать также и нашими актерами. И кто знает, может именно в лифте загорится ваша актерская звезда. Наш телефон на вашем экране. Все предложения записываются на автоответчик. А итоги вашего выбора подсчитывает наш компьютер. В каждой нашей небольшой передаче мы будем снимать маленький эпизод, который потом войдет в большой фильм. А продолжение эпизода будет зависеть от вас. В актерских пробах сегодня принимают участие. Итак, начнем. У нас есть 10 актеров, которые попробуют разыграть эту сцену в лифте. Но сначала, как в любом серьезном кино, мы попробуем их загримировать. И для этого у нас есть настоящий гример. Независимо от того, хочет человек считаться с законами природы или нет,
Он часть природы и существует по ее законам. И каждому типу человека присуща своя гамма цветовая. И надо обязательно это знать и пользоваться умело. Если человеку присущи светлые тона, и он накрасится какими-то темными, это будет очень вульгарно. И наоборот, в противоположном случае, если человеку присущи яркие, насыщенные тона, и он вдруг оденется в гамму очень нежную, пастельную, он будет восприниматься очень болезненно и усталым. Также очень важно знать грим. Если лицо круглое, его можно вытянуть, опять-таки наложив тени. Если оно, наоборот, очень выпуклое, длинное, то его можно округлить. Значит, мы тебе сделаем такие хмурые брови, серьезные. А кто там подсматривает? Неважно. Так, потом, значит, немножко тебя сделаем постарше, хорошо? Для этого мы сделаем тон чуть-чуть потемнее лица. Иди-то из меня делайте. Так, значит, раз вы работаете в паре, такой суровый, я думаю, что как раз на контрасте с Константином вас делают очень розовый и нежный. И чтобы за этим у вас была потом игра, вы бы могли вдруг где-то раз и так вот, как настоящий такой тигрицей показаться. Потом раз спрятаться за маску такой восторженности и дальше продолжать. Да, мне кажется, что внутри она тигрица, но она сверху дурочка и, в общем-то, зашуганная. Да, это как бы защитная реакция у нее. Для эксперимента мы возьмем профессиональных актеров. Может, что-нибудь у них получится. То есть образ бомжа будет делать, да? Да. Такого. Немножко опустившегося как бы человека нужно вот из этой физиономии сделать. Трудно. Конечно. Это надо немножко лицо заземлить. Он не мытый просто. Да. Все готовы? Тогда наш лифт отправляется. Извините, ничего, если я тут... Пожалуйста, поаккуратней. Елка может осыпаться. Конечно. Вы куда? Вниз. А я вверх. Молодой человек, вы понимаете, что я опаздываю? Я понимаю, я тоже опаздываю. Я же говорю вам, что вниз. Вы знаете, сколько времени осталось до Нового года? Елку. Я знаю, сколько времени осталось до Нового года. Пять минут, между прочим, а я спешу наверх, к своей девушке. Меня не волнует, куда вы спешите. Меня тоже не волнует, куда вы спешите. Молодой человек, вы знаете о том, что вы хам? Да вы что? Ну вот, допрыгались. Спасибо. Вы знаете, вас не дождутся. Вас тоже, знаете ли. Да. А вам и радостно. Стоп, достаточно. Здравствуйте. Вам куда? Мне вниз. Разрешите. Вы знаете, ничего не получится. Почему это? Ну, потому что мне наверх. А, очень хорошо. Вверх, так вверх. Что вы сделали? Что, я нажала кнопку, чтобы въехать вниз. Вообще, я очень тороплюсь, меня ждет человек. Вы знаете, меня тоже ждет человек. Наверху, и причем девушка. Я тоже девушка, дайте. Ой. Ну, кажется, лифт застрял. Правда ведь застрял, а? Да знаете, она вас там не дождется. Он вас тоже. Стоп. Давайте-ка поменяем партнершу. Елочку, пожалуйста. Что, она вам мешает? Ну, уберите. Ну, конечно, я не могу зайти в этот лифт с вашей елочкой. Так, куда мне? На десятый. Вам на десятый? Мне на десятый. Мне вниз, вы знаете, мне вниз. А мне все равно, что вам вниз. Мне на десятый надо. Уберите руку. Что значит уберите руку, девушка? Что это? Вы уберите свою елочку, во-первых, и сами вообще отойдите. С вами тут вообще не разберешься. Уйдите, пожалуйста. Да что вы к нему лезете? Вниз мне едете. Вы женщина или нет? Вы должны мне уступить место. Знаете, мужчины всегда выступают место, а не женщины. Я спешу к своей любви. Да, спешу, ну так это что? Мне не жена, понимаете, я должен успеть. Ну так какая разница, к Маринке что ли? К этой Маринке. Что значит к ней уже приехали. Что значит к этой?
Что значит к этой? Вот к этой Маринке и приехали, вот с такой же елочкой. Куда вы знаете? Я знаю, я все знаю, я вообще всех знаю. Какая догадливая, доме. Боже мой. Догадливая, да, догадливая. Да. Что мне теперь делать, если я такая родилась догадливая? Много говорить. Да, много говорю, и вообще много могу говорить. И без остановки могу говорить. Что вы там стучите? Думаете, тут кто-нибудь... Актера вызывают, что значит стоите? Все уже сидят дома, понимаете об этом? Сидят и бокалы разливают, а вы тут... Хватит, хватит! Драненькая елочка, я вообще не знаю. Она искусственная, что ли, я не понимаю. Вы что, ее забрали-то? Дом не могли собрать, что ли? Каких-то блескушек поменять. Это я сейчас купил. Елок больше живых не продают, понимаете? Ужас. Где вы ее украли вообще, если оно у вас собрано вот так вот? Вообще такие елки всегда вот так вот носят. Вам нервы надо поберечь, женщина. Что, нервы? Нервы? Да. Мне не надо ничего беречь. Вы свои нервы поберегите. Довольно. Совсем неплохо. Интересная комедия может получиться. Девушка, собственно, куда? Я? Вниз. А что ты кричишь? А? Я вверх еду. Вы знаете, дело в том, что мой молодой человек, он ждет меня. Мы договорились с ним встретить сегодня Новый год. Не завтра, сегодня. Ну и пусть ждет. Через 5 минут. А я еду вверх, а меня ждет... Девушка, с которой мы тоже договорились. Уберите это, потому что я еду вниз. Да хорош давай. Едем вверх. Знаете? Ёлку сломала. Ты что, больная что ли? Я больная. Алло, иди отсюда вообще, иди. Куда я пойду, если вы... Слушай, что такое вообще, а? Алло. Алло, она застрять. Вас не дождется. Теперь она вас не дождется. Застряли вы, понимаешь? Блин. Слов не хватает, остались одни буквы. Вам куда? Вниз. А мне наверх. Мы вниз поедем. Вообще уже никуда не едет. Что случилось с этим миром? И что вы сидите? Что прикажете делать? Если наше общество больно злыми женами и алкоголизмом. И что, поэт? Прозаик. Ну что, мы так и будем здесь Новый год встречать? Да, я приглашаю вас к тебе в гости, я здесь живу. Хорошо. Пой. Я встретил вас. И все. Сколько времени? У меня их никогда и не было. Попробуй, открой. Мне не к спеху. А мне к спеху. Попробуй. Когда откроешь, скажешь. Девушка! Алло! Какая девушка? 2 минуты до Нового года. Они уже все пьяные там. Эти лифтерши. Знаю я их. Каждый день меня гоняют. Мерзавки. С Новым годом. До 12 умеешь считать? Нет. Сейчас будешь бой курантов делать. С наступлением вас нового года. Не так. Дорогие россияне, понимаешь? Поздравляю вас, понимаешь, с 1900
98 годом. Ура! А вот и я. Я главный гость сегодня. Я шел издалека. И так спешил, чтобы вам успеть на праздник новогодний. И я успел. И вот мой час настал. Говорят, как встретишь Новый год, так весь год и пойдет. Я не возражаю. Дорогие телезрители, дальнейшее развитие нашего проекта будет целиком зависеть от вашей активности. Выбор актеров также остается за вами. Поэтому будьте активны. Звоните нам каждый день после 19:00. Телефон автоответчика 43 99 37.